Цель сегодняшнего ролика – узнать, влияет ли Windows и оптимизация и очистка на FPS в играх. С вами я, гик-фетишист, и на примере ноутбука 10-летней давности, который ни разу не чистили, не меняли, не переустанавливали винду, показать, поможет ли переустановка винды на Windows 10 поднять FPS. На примере CSGO. Сейчас вы видите рабочий стол до очистки. Он полностью засран, кстати, и ноутбук засран. Сейчас мы зайдем в CS, я вам покажу FPS. Вот CS, мы будем тестировать на одной и той же карте Dust 2 в одном и том же режиме с максимальным количеством игроков. FPS, мало того, что он маленький, но он все время еще проседает и часто фризит. Давайте переустановим винду и посмотрим, что изменится. Вот, переустановил, вот, чистый рабочий стол, устанавливаем Steam, устанавливаем CSGO, заходим на тот же режим, на ту же карту. Опа, FPS, мягко говоря, стал выше. А учитывая то, что, естественно, у ноутбука экран ограничен 60 Гц, просадок никаких не будет, и можно спокойно играть. Ну и на всякий случай еще почистим сам ноутбук, потому что он тоже неплохо засран. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Если вас интересуют микрофоны и аудиооборудование, вам здесь очень понравится. Ну и видосики про игры тоже имеются.